В Казань прибывает известный кардиохирург Ринат Акчурин. В столице Татарстана запланировано проведение нескольких мероприятий с его участием. Среди них встреча с президентом республики Рустамом Миннихановым и презентация документального фильма «Близко к сердцу». 10 июня Казань примет фестиваль водных фонариков. Казанцы смогут принять участие в красивом ритуале, загадать желание и спустить на воду фонарики, которые плывут под звуки музыки. Казанцев призывают помочь аквалангистам очистить озеро Глубокое. Ежегодно по итогам уборки водоема удается вывести около 200 килограмм мусора. В Казани на месяц частично закроется движение по улице Адаратского. Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, ограничения связаны с ремонтом сетей тепловода. Госдума приняла закон, разрешающий забирать машину со штрафстоянки до оплаты эвакуации. Помимо этого, закон дает регионам право в установлении сроков и тарифов для оплаты эвакуации и нахождения автомобиля на штрафстоянке. В набережных Челнах пройдет автобитва. Подобное шоу проводилось в прошлом году в Казани. Набирающий обороты экономический кризис подвел организаторов системы публичного велопроката в Казани. Проект «Велик» – 7 велосипедных станций в центре города, с большим размахом открытый 3 года назад перед универсиадой, остановлен. В этом году прокат не начал работу после зимних каникул. Денег на это нет. Сколково инвестировал в казахстанскую инъекцию против диабета. Также поддержка была оказана со стороны Казанского федерального университета. Ярмарка вакансий «Биомедтех-2016» соединила кадры и индустрию. В качестве примера успешного ученого и бизнесмена назвали профессора Йошихида Хаяшизаки из Японского научно-исследовательского института РИКЕН, который курирует научные проекты в рамках сотрудничества РИКЕН с Казанским федеральным университетом.